Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, давай заберем наши награды, это первое. Второе, открываем быстренько бесплатный пак. Целитесь, что ли? Точно. Так, тут за открытие колоды забрали. Давай тогда, наверное, сразу сделаем ежедневки, пройдем серию испытаний. Мы переходим уже на второй, ребята, круг. Возьму, наверное, Лео Пиццелицева. Зека, наверное, возьму. Так, ладно, пускай будут кролики. И пускай будет у нас Крэнк. Ну что, болтусы, стоите мне здесь. Так, в первую очередь давай попробуем Пиццелицева и Паукуса заблокировать. Да ладно, что Маузера так слабо бьют-то, ё-моё. Это же просто обычный паукус. Так, Зэк, держись, родной. Не падай раньше времени. На тебе. Угу. Так, с этими разобрались. Переходим на вторую волну. Ну, здесь, ребят, лучше применять массовую атаку. Есть она вообще у нас? Нету. Вот, у Крэнга есть луч. Попробуем сейчас лучом их пробить. Ну, в принципе, неплохо. И массовую атаку вот так вот. Отлично. Ну что же, это мы прошли. Теперь нам остается только лишь в поединках, да, прокачиваться. Так, 3 сложных, 10 обычных. И у нас, как всегда, по стандарту Донателло. Давай смотреть. Для того, чтобы прокачать. Ну, давай начнем. А, мы эти чеп-планшеты же ищем. 2 штуки нам надо. Так, одну нашли. Одну нашли. Нам нужно еще одну найти. Ну и... Ну что, ты специально, что ли, так делаешь? Одни комиксы выдает, прикинь. Есть. Нашли мы планшет. Так, теперь нам нужно 6 вот этих вот капсул. Силовая ячейка Крэнгов. Так, 2 есть. Нужно 6, да? Не все так просто. Так, 3. Микроскоп в основном дают мне. Так, 4. 5. И последний. Дайте мне, пожалуйста, 6. Так, ребята, и останется нам найти только лишь 10 ящиков с инструментами. Но это уже мы сделаем в следующей серии. Так, поднять уровень персонажа. У нас сколько мутагена? 3 ты... Да, по-моему, я даже... Угу, я даже самого слабого поднять не смогу. Тогда что? Тогда, ребята, у нас турнирная арена. И, кстати, сегодня можно вот здесь вот побегать. Я, наверное, с этого, пожалуй-ка, и начну. Потом пойдем на арену. Так, сегодня у нас воскресенье, да, друзья? Точнее, суббота. Получается, что? 2 дня и все. И конец... недели, а у меня, как говорится, еще даже конь не валялся здесь, на самом-то деле. Я нахожусь в лиге сёгунов, наверное, 2 звезды, может быть, даже 1 звезда. Точно тебе не скажу, надо будет посмотреть сейчас. Блин, надо было плюху бросать, да и все. Ладно, так, попробуем забомбить их. Так, Кейси. Блин, Джастин, какой ты ватник, а? Не могу прям. Ну, а здесь сделаем вот так вот. Вообще мощная атака у Пиццелицева, когда он бросает свою вот эту вот плюху. Я даже не знаю, как ее назвать, пельмеха или что он там такое кидает. Но разносит он конкретно. Так, ну что, теперь попробуем. Стоп. Теперь попробуем поискать.
Не так уж много, конечно, у нас шансов. Да и, как говорится, сыра не так уж и много. Ноутбук. Так, последние две попытки. Есть, эксперт, снаряжение мы получили, ребят. Ну, я вообще-то вот хотел вот эту еще взять, но фиг с ним, не вышло. Так, нам испытания не нужны, мы идем на турнирную арену. Лига сёгунов, одна звезда, ребята, ё-моё. Слушай, ну очень круто, конечно, скидывают меня. Так, я тогда возьму, наверное... Ну, давай Леонардо возьмем. Леонардо пойдет один. И в помощь. Если это можно назвать помощь, конечно же. Просто подкрепление. Для устрашения. Ну-ка, завалит всех, нет? Конечно, конечно, ребят, завалит. Так, суббота, воскресенье, два дня. А у меня сегодня выходной и завтра выходной. И все, ребята, и на работу. То есть в понедельник опять никакого буста не будет у меня. Обидно. Ну что, давай тогда так сделаем. Возьму Ванька. Возьму Ванька. Раз, два, три, четыре. Хотя тут даже не обязательно брать сотку, так как у них уровень 56-54. Можно даже взять 70-ников. Тоже, в принципе, достаточно. Может быть, недостаточно легко, но достаточно просто, наверное, будет разобраться с ними. Но сотка — это слишком, чересчур, друзья. Да ну нафиг, я чё... Пипец, 18 ступенек все пролетел. Всего 18 ступенек пролетел. 15-20. Так, ладно, берем слэша. Да куда вы лезете-то? Слэш на сотке. Но, в принципе, ребят, есть возможность ему здесь рубануть всех. Нет, он не воспользовался этим шансом. Я боюсь сейчас, ну-ка. Давай, Лео. Не, ну почему, ребята, Леонардо тоже неплохой. У него две массовые атаки. Причем атаки довольно нужные. Одна стрелами стреляется, да, а вторая бросает тыкву и блокирует хил. Вот насчет инициативы не могу сказать, какая она у него. Так, давай возьмем Бакстера. Если у него еще инициатива будет зашкаливать, то это вообще будет топчик. То есть мы сможем его использовать по полной программе и разносить наших врагов практически на самом старте. Так, смертельная волна. И куна, сюрикены. Ну, тут молодец. Тут Микеланджело, как говорится, не стал долго сидеть, смотреть на них, любоваться. Просто впустил в дело все свое обаяние и мастерство. Так, ну а здесь нам найти бы, конечно... Да не дадут они мне там 16-21. Можно даже и не палиться искать. Так, пиццелицей. И раз, два, три, четыре. Вот так вот мы сделаем. Что-то мне кажется, Лига Мастеров мне сегодня вообще не светит, друзья. А если я не заберу 70 осколков своих, которые мне нужны, то никакого повышения у нас не будет. То есть переводить в платиновые ранки я не смогу никого, потому что не хватит осколков. Поэтому, друзья, как-то надо напрячься очень сильно. Так, я поиграю сейчас, потом, наверное, возможно, еще поиграю поздним-поздним вечером. Чтобы хоть как-то, я не знаю, компенсировать такое резкое отставание. Причем начало недели, ребята, у нас идет вообще офигенно. Мы доходим практически до Лиги Мастеров, да? А потом, как начинаются вот эти вот две ночные смены, все, у меня сразу все спадает на минус, на нет. Меня это раздражает. Так, этому в репу. Ну, сейчас Рафаэль тут разберется со всеми. Нет. Не разберется, потому что Леонардо хильнул отряд. Нам пока хилять никого не стоит. Давай-ка мы попробуем, наверное, вот так вот сделать. Не вырубил. Так, этот еще и защиту поставил, а? Донателло, ты посмотри на него.
Давай-ка, наверное, по Леонардо. Постепенно урон повесили. Завалили. И остается Донни. Ты посмотри, какой я. Все. Разобрались. Он даже не стал почему-то делать массовую атаку своей, как говорится, сюрикена выкидывать. Блин, ребят, ну мы же видели, что было 16-21. Было, есть и будет. Так, берем Рафаэля, берем Зека. Они вдвоем у нас имеют кидающую массовую атаку. Раз, два, три. То есть этот бросает бомбочки, а этот бросает черепки. Ну, я думаю, что этого как раз-то и хватит. Ну да, более чем. Более чем. Двигаемся тогда дальше. Так, позиция у нас 33-я. 15-20. Мне нужно 16-21. Есть. Так, ну что, берем Донни. Берем Донни. И Розар... Блин, Донни и Розара, фигня какая-то. Блин, я не знаю, ну, должны, наверное, не справиться. Наверное, справиться они должны. А если не справиться? Давай тогда еще вот так сделаем. Тут главное, чтобы Кейси и Саблезуб не упали. Так, Майки, давай тогда делай вертушку. Уклонение. Дальше Карайка. Слабо, очень слабо. Слушай, ну Донни красавчик, ребят. Почти весь отряд завалил. Один, как всегда, у нас остался там недобитыш, но мы его добили. В общем, без потерь. Так, 19-я позиция. Так, ищем 16-21. Вот она. Так, берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну, здесь все понятно, да? Армагон выпускает свой валунчик. И этого будет достаточно, чтобы ребята прилегли поспать. Ну, как-то так. Блин, сегодня хотелось бы хотя бы до Лиги Мастеров добраться. А у меня такое ощущение, что мы с тобой... не доберемся. Не хватит нам персонажей пробиться туда. Что очень меня расстраивает. Так, я взял всего лишь Кожеголового здесь. Ну вот, не знаю, сможет ли он справиться. Вот, вот об этом я и говорил. Так, ладно, здесь хорошо. Ой-ой-ой, в кого летит? Пит. Слушай, но Пит выдержал, главное. Есть. Мне нравится, как выглядит вот этот вот кабан, ребята. Очень круто он анимирован. Такой, знаешь, как рестлер. Так, 92-я позиция. 16-21. А по-моему, уже пора давать 16-22, если честно. Если по чесноку. Я перешел в следующий дивизион. И, по идее, должны повышать меня в кубках. А они мне дают до сих пор 16-21. Ну, как-то несправедливо. Так, ладно, беру Кренга. 62-61 уровень у наших противников. Но, по идее, да, должен разнести их в пух и прах. Уровень-то у них за 70-ку, как говорится, не пришел. Блин, ну что за дела вот постоянно так, а? Не понял. Почему у них постоянно один кто-то выживает? Вот когда вот массу вот так вот и делаешь, да? Обязательно один какой-то ханорик выживает. Ну, дадите повышение.
Неужели я так сильно отстал, что мне даже повышение не позволяют сделать? Ладно, берем Шреддера. Сейчас уже, друзья мои, будет шапочный разбор. Уже приближаемся к 70 уровням. Так что... Ну давай, Супер Шреддер. На тебя все смотрят. Видишь? Всегда кто-то остается. И меня это немножко начинает напрягать. Это потому что уже... От серии к серии. Из... От дня в день, короче. Из года в год. Такая система. Ну. Дайте мне, блин, вот. Ну неужели? Так, Макман и Усаги. Так, ты подождешь пока. Хотя, ладно, пускай будут вдвоем. Там можно было бы одного взять кого-нибудь. Либо Макмана, либо Усаги. Сейчас посмотрим, как бомбанет наш кролик. Нет. Не хватило бы одного, получается, да? Все-таки правильно мы сделали, что взяли подстраховку. Так, ну что, 53-я позиция, друзья. Двигаемся тогда дальше. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре, пять. Но здесь будет, конечно, сложновато, потому что это все-таки не сотка. Давай-ка я, наверное, все-таки возьму защиту. Так, бросает бомбочку. Теперь мы делаем шок. Ах ты, жук ты навозный. На-ка, запах изо рта. Добьешь? Железноголовый молодец. Все-таки добил их своими ракетами. Все как и нужно. Так, друзья мои, мы переходим на 38-ю позицию. Блин, Лига Мастеров сегодня будет или нет, а? 16-22. Значит так, берем маузеров. Раз, два, три, четыре. Ну, понятное дело, что маузер сейчас всех. Хотя... Ну, по идее, должен всех, ребята, с одной плюхи вырубить. Да, так оно и получается. На изи, просто на изи. И опять же, ну, так, 16-22. Раз, два, три, четыре. Стоп. Пять. 70-ники вряд ли бы здесь справились, потому что они тоже 70 уровня. Ну, 67-го, 64-го, ну, приблизительно, ребята. Но разница все равно минимальная. 5-6 уровней — это не показатель. Поэтому я всегда беру намного выше по уровню бойца, чтобы он смог разобраться с ними как можно быстрее. Я даже до Лиги Мастеров не дойду сегодня. Судя по тому, что мне там показывают, какое у нас повышение идет. Это смех. Так смешно, что хочется плакать. Пипец. Я в шоке немножко. Мы не можем пробиться. Да, грубо говоря, я сейчас вот в данный момент отыгрывал свой буст, который у меня был во вторник. Приблизительно такие же показатели. Да. Ну ладно. Я постарался, ребят. Я еще раз говорю, попробую вечером. Да, не перешел. Не. Нет, не получилось, ребят. Ладно. Так, навыки. Донни, можешь? Да, ребят, мы можем его прокачать. Так, у нас, по-моему...
Ну, пицца еще немножко осталась. Давай ее тогда всю потратим на эти ящики с инструментами. Все, ребят, нам надо будет сколько там еще? Еще 6 ящиков, и мы прокачаем до 4 ступени. Так, это мы забрали. Здесь мы все выполнили. Ну что, друзья, тогда... тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.